сегодня встреча выпускников летних лагерей, которые МОМ организовывал последние 4 года. Мы, конечно, рады, что сегодня смогли создать эту платформу, где мы собрали молодежь обменяться мнениями, поделиться опытом, а также обсудить вопросы новых инициатив и новых идей по противодействию торговле людьми. Здесь собралось только талантливых людей, которые уже много чего достигли в каких-то проектах и которые в будущем еще больше собираются развиваться, и это очень сильно вдохновляет тебя на какие-то совершения. Я уверен, что когда-нибудь мы сделаем, даже в ближайшее время, мы сделаем что-то очень большое. Действительно, такие встречи важны тем, что вы обмениваетесь своим опытом и интересуетесь друг у друга, как вообще организовывать подобного вида мероприятия, а также получаете информацию от самих организаторов. Мы очень рады, что у нас есть такое сообщество воодушевленных молодых людей, которые так увлечены темой противодействия торговли людьми и организовали встречу для всех выпусков летнего молодежного лагеря, для того, чтобы рассказать ребятам о новых методиках проведения мероприятий, в том числе и онлайн, чтобы они могли использовать эти знания и умения для проведения своих мероприятий. Это отличная платформа для генерации каких-то новых проектов, для кооперации с другими участниками лагеря и выпускниками. Мы надеемся, что данное сообщество молодежи будет далее работать в регионах страны, повышая осведомленность среди молодежи по рискам быть проданным, по рискам нелегальной миграции и как в таких ситуациях себя защитить. Ну, я бы хотела попробовать такой формат, как онлайн-мероприятие. То есть, возможно, организовать в своем колледже какие-то зум-встречи. У меня планируется проведение тренингов для студентов колледжей в городе Пинске по безопасной миграции.